Вот такая красивая зима, снега нет, на улице весна, ночью плюс, утром плюс. Но хорошо, что хоть поподсыхало уже все, и нет такого болота, как было раньше. Просыпается где-то там далеко солнышко. И день обещает быть хорошим. Птички летают. Перед тем, как закладывать яйца в инкубатор, инкубатор нужно хорошенечко промыть, инкубатор нужно включить, прогреть. Если он был у вас где-то в какой-то кладовке, либо вы его купили, нужно, чтобы он прогрелся несколько часов, а только после этого его включать. Также с инкубационным яйцом. Яйцо мы храним в холодном помещении, не совсем холодном, но чтобы температура не была больше 10 градусов плюс. Приносим его в дом, оно у нас минимум как 10 часов 12 прогревается, только после этого тоже мы его закладываем в инкубатор. Плюс еще, что нужно с инкубационным яйцом сделать. Конечно же, мы осматриваем каждое яйцо, для того, чтобы не было никаких повреждений, для того, чтобы не было трещин, никаких дефектов, чтобы яйцо было красивой формы, гладкая скорлупа, в общем, чтобы оно было идеальное. Но если у вас есть яйцо загрязненное, я вот специально положил, что с этим яйцом делать? Многие утверждают, что яйцо мыть нельзя. Я вам хочу сказать, что на своем опыте проверено, и хочу вам доказать, что яйцо мыть можно. Чем его мыть? Я делаю слабый раствор марганцовки, зануряю туда яйцо на несколько секунд и потом влажной губкой или мочалкой это яйцо протираю. Выкладываю его на салфетку, оно просыхает, и тогда я ложу его в инкубатор. Это я делаю обязательно. Если яйцо чистое, я его не мою, но если яйцо пришло с другого хозяйства, это яйцо мыть тоже надо обязательно, потому что неизвестно, что там и как там в этом хозяйстве. Некоторые моют слабым раствором уксуса, некоторые моют яйцо в перекиси водорода, тоже разводят перекись водорода с водой. Кто чем моет, кому как удобно, я пока мою марганцовкой, потому что у меня есть марганцовка. Если вы в своей практике тоже делаете обработку яиц, то напишите в комментариях, пожалуйста, чем вы эту обработку делаете и как происходит она у вас. Перекладываем все яйца в инкубатор. Можно использовать пенопласт, кусочки, для того, чтобы более-менее равномерно яйца распределились. Потому что в один ряд может входить 7 яиц, в другой ряд 8 яиц. Для того, чтобы они не сильно болтыхались, вот здесь уже яйцо может не влезть. Вот, оно уже не влазит. Нужно будет сюда положить кусочек пенопласта. Одни яйца побольше, другие яйца поменьше, тоже еще вот с размером. Они говорят, что яйцо нужно закладывать среднее, не особой величины, но бывает такое, что курица несет яйца крупные, от нее среднее яйцо получить никак невозможно. Почему желательно ложить яйца средние, вот это мы помоем, потому что цыплята будут вылупляться все вместе. Если яйцо будет одно мелкое, другое крупное, то с мелкого яйца цыплята вылупляются на сутки раньше. Яйца наши в инкубаторе. Вот так они у нас вместились в инкубатор. Первые сутки температура у нас будет 38,2. Ну а последующие видео я буду рассказывать, какая должна быть температура, какая должна быть влажность, как осуществляется переворот. Кому интересно, заходите, смотрите, не пропускайте. Ожидайте вместе с нами вывода наших птенцов. Что за порода, я пока не буду говорить. Потом вместе с вами посмотрим. Всем привет, дорогие друзья, гости канала. Рад вас приветствовать на своем канале.
Всем хорошего, доброго, прекрасного, светлого дня. С добрым утром вас всех. Все-таки, несмотря на все обстоятельства, которые происходили у нас на этой неделе, с нашей инкубацией, с инкубаторами, с инкубационным яйцом, много кто чего не понял. Некоторые поняли. В общем, дома не получилось заложить два инкубатора, не получилось сделать инкубацию, и яйцо пришлось вернуть обратно для того, чтобы мне его проинкубировали за отдельную плату. Но так как хочется, чтобы вы увидели, как происходит весь процесс инкубации, как инкубируются яйца в инкубаторе, какая должна быть температура и вообще все, что нужно знать по поводу инкубации, я постараюсь это все вам показать, рассказать, и наглядно вы это увидите. Сегодня мы будем делать закладку в инкубатор куриных яиц. Инкубатор у нас квочка Mi31E. Вот такой шикарный у нас инкубатор. Об этом инкубаторе я уже рассказывал. Это пенопластовый инкубатор с тепловым шнуром, с вентилятором. Очень хорош и надежный, прост в эксплуатации, никогда с ним никаких проблем не было, и надеюсь, что в этот раз тоже не будет. Температура у нас на нем выставлена 38,2, температура выставляется вот этой кнопочкой, одной единственной. На табло выскакивает циферка, и какая вам надо, вы палец отпускаете, и она у вас выставляется. Переворот здесь осуществляется механически, вручную яйца переворачивать не нужно, это тоже немаловажно. Это все я вам покажу уже через сутки, потому что первые сутки яйца в инкубаторе будут просто стоять на прогревании. Первые сутки температура у нас 38,2 для того, чтобы яйцо прогрелось. Ну и сейчас будем закладывать яйца в инкубатор. Количество у нас небольшое, 35 штук. Будем надеяться, что все 35 цыплят у нас и вылупятся. Ну, а там посмотрим. С Божьей помощью первый раз в этом году начинаем нашу инкубацию. Инкубатор сети я выключил. Вот такие здесь есть у нас салфеточки. В салфеточки наливаем воду. Первые сутки, когда вы будете вставлять эти салфетки, салфетки нужно смочить в теплой воде и поставить их вот такие держатели для салфеток. Потом вот в эти воронки через сутки вы будете наливать теплую водичку. Вот такие есть ложеметры, в которые будут вставляться инкубационные яйца. Некоторые в этом инкубаторе яйца перед самым выводом цыплят достают, ложат запасную вот такую решетку, которая идет в комплекте к инкубатору, и яйца выкладывают на нее. Я попробовал выводить цыплят в этом инкубаторе, не доставая яйца, оставляя их вот так в ложеметрах, цыпленок вылупливается, и все здесь происходит хорошо. Инкубатор набирает температуру. Температура была у него одна, теперь у него будет совсем другая, потому что яйца заложенные, они совсем другой температуры, но будем теперь ждать, когда они прогреются. Инкубатор температуру набирает очень хорошо, так что температура будет такая, какая надо нам. Всем, кто тоже делает закладки, хороших выводов, хороших результатов, всего самого хорошего. Пускай все у всех будет хорошо. Если у кого-то есть какие-то свои наработки, какие-то свои секретики, какие-то свои правила, то можете поделиться температурным режимом и правилами инкубации. Будет интересно. Всем всего хорошего. Надеюсь, что ничего не забыл рассказать. Но в последующих видео будем еще говорить об инкубации, о смене температурного режима, нужен он или не нужен, и ждать наших птенцов.